Чертилина, будь ласка. Нашей комиссии, мы пришли к такому заключению, что мы хотим рекомендовать всем вам, уважаемые коллеги, прежде чем поднимать и озвучивать какую-нибудь проблему или вопрос, вы должны его хорошенько изучить и, по крайней мере, сказать, что вы сделали для разрешения этой проблемы, а не голословно декларировать. Для меня сегодня, ну, честное слово, ну, удивительно, что наш коллега Вадим Петрович, член комиссии по СМИ, задает вопрос, ни на одной из комиссий он этот вопрос не поднимал. Что это за поверство? И получает задание от Владимира Николаевича рассмотреть на комиссии. А почему самим это не сделать? Ни разу о работе Южнинского телевидения на нашей комиссии вопрос не поднимался. Вот сегодня было бы здорово, если бы мы заранее отработали, сказали, ребята, есть такие проблемы, надо их разрешить. А это, я считаю, что просто так недопустимо. И еще раз хочу сказать, что это было решение нашей комиссии. И вот довожу до вашего сведения его. Давайте не только поднимать проблемы, но и решать их. Мы депутаты, мы должны что-то делать, а не голословно кого-то обвинять. Спасибо. Спасибо, Арина Викторовна. Правильно зауважили. Очень приятно такое слышать. Я хочу сказать относительно комиссии. Вы еще не в полной мере используете свои права. Сегодня депутатская комиссия имеет право на свое заседание приглашать, кого она считает нужным. Даже предпринимателей, структур предпринимательской деятельности, хозяйственной деятельности имеет право, это интересы города, а структуры исполнительных служб и так дальше. Пожалуйста, у вас есть полные права. И всегда, я всегда приветствую, когда депутатская комиссия рассматривает вопрос. А если ко мне будут поступать протоколы заседания комиссии, какие вопросы решали, какие проблемы, на что обратить внимание, это нам будет подспорье в решении тех или иных вопросов. Поэтому комиссия не обязательно, комиссия не только должна заседать перед сессией. Комиссия должна работать от сессии до сессии. Это у вас должен быть свой план проведения заседаний. Каждую неделю или каждый месяц, как вы считаете нужным. План, когда должны заслушивать, кого приглашать, вносить предложение на сессию, вносить предложение к руководству исполкома и так дальше. Это должна быть повсякденно творча работа. Розумієте? І це Галина Вікторовна сказала дуже правильно, я абсолютно з нею погоджуюсь з тим, що треба на комісії відпрацьовувати всі питання. Тоді сесія буде проходити набагато легше, хоч нас і так проходить легко в останні часи, тому що йде нормальна робота на комісіях.